Всем привет, Александр из Зеленограда, Москва. В этом видео коротенько расскажу для начинающих, как делать свое интро в Sony Vegas Pro. Есть сайты, где можно скачать уже готовые интро. Ну вот, к примеру, один из них. Вот на главной странице мы находимся этого сайта. Давайте, к примеру, возьмем вот этот, вот это интро. Вот это. Читать дальше. Если вы можете посмотреть на него. Как оно выглядит. Этого текста составлять очень просто. Сейчас я об этом все расскажу. Вначале нужно его скачать. Вот отсюда нажимаем скачать. Файл скачался, откроем его в папке. Давайте его распакуем. Номер он имеет 34. В него такие файлы входят. Теперь Sony Vegas открываем. Вот в этом окошечке нажимаем правую кнопку мышки. Открыть. И находим этот файл 34, папочка 34. Открываем папку, выделяем все файлы и открыть. Файлы загружены. Так, интро наше открылось. Теперь смотрите, как можно эти тексты менять. Вот, например, вот это вы хотите поменять на что-то другое. Вот сюда нажимаем левой кнопкой мышки «Сгенерировать». И меняете. Всем привет! Шрифт тут можете менять. Тоже отдельная тема. И получается у нас точно так же здесь. Текст первый, текст второй, текст третий. Вот это можете поменять. Потом вы эту интро сохраняете и используете как ваше интро. Или это делаете как шаблон и на него уже делаете свои следующие видео. А это будет интро шаблона. На этом все. Надеюсь, мое видео вам помогло. Если помогло оно вам, ставьте лайки, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал. Всем счастливо, ребятки, пока.